просто капец. Так. Ладно, пускай будет грубый пейзаж. Не хочу. Без киви. Не хочу. Попробуй. Без чего? Без киви. Градация какая-то. Вместо башни Ксардиса какая-то. Трезубец. Хрень выходит. Что делать-то? Башня Ксардиса должна быть такая. Чувствую такую неуверенность. Решил порисовать нормально. Подожди. Не знаю. Можно нарисовать здесь. Получается так плохо.
рисовать. Нормально. Как дом нарисовать нормально, я не могу. Что со мной не так? Что со мной не так? Не могу нарисовать нормальный дом. Рисовать. Все. Цельности нет никакой. Получается нарисовать нормальный пейзаж. Я не оправдал ваши ожидания. Но качественный фотоаппарат — такая хрень. Это капец. Блин, я просто бездарен. Просто бездарен. Ничего не могу нарисовать. Черт возьми. Что делать? Капец.
Все.
чуть-чуть уходит. Цельности никакой нет. Еще нет. Нет.
кашля. Так ты думай. Ну. Потому что бабушка говорит, так, ты что, хочешь уехать в Красноярск? Я хочу рисовать просто. А просто ты его не будешь провожать? Я не знаю, надо поговорить с ним. С кем? Ну, с Антоном. В смысле? А при чем здесь Антон? Ты сам так хочешь туда или не хочешь? Нужно решить, что вам. Так ты решай. Да я рисую, блин. Так надо ехать. Я рисую картину. Как же мне хреново получается. Черт возьми, я хочу умереть. Херня выходит. Херня выходит. Блин. Абстрактная дичь. Блин, дом испортил. Единственный нормальный дом был, я его испортил. Мельница, что ли? Это что, мельница? Это что, мельница, что ли? Какая-то херня, а не мельница. Так плохо выглядело.